Ну, мы еще наткнемся на монстров по дороге, я так думаю. Или нет? Я думаю, да. Ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Что творю? Что творю? Давай, пошли. По-моему, нам сюда, если не ошибаюсь. Что ты, Зидан, застрял? О, опять эта балерина. Зеленая. Оу. Чё себе он лупит? Нифига себе. Сказал я себе. Бежим. Блин, куда? Не сюда. Сейчас опять буду блуждать. Вот куда нам? Вот сейчас опять буду искать выход, как вчера. О, молодец. Ошибись. Воу-воу-воу. Даггер в ауте, по-моему. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Капец. Хорошо. Так, это выход. Нам надо другой выход. Нам надо совершенно другой выход. Сюда, по-моему. Да-да-да, сюда. Давай-давай, беги-беги. Сейчас будет что-то интересное.
Запишемся. А, давай палатку. У нас их много. И сохранимся. Сейф. Тихо, тихо. Да давай, блин. Значит, нам надо идти вон туда. К дереву прямиком. Прямиком к дереву. Конечно, сейчас напоримся. Как без этого? Так, у нас потерь кадров нету. Все нормально. Ты тоже лечи. Нефиг расслабляться. Что ты делаешь? Давай, атакуй его. Одну палатку использую. А, естественно, запишемся. Сейчас нас ждет кое-что неприятное. Я это помню. Да, пошли. У нас выбора нет. Так-так. Здесь есть мгла. Значит, это место действительно должно быть источником мглы. Ой, Виви, ты в порядке? Да, все хорошо. Уах, что это было? Уах, как этот, как грузин сказал. Это была печать. Это не должно было ранить тебя, но ты в порядке? Да, я не поранился. Пнуть опять. Ударить всем телом. Ну-ка. Отойди. Ладно. Только ты сможешь сломать печать. Неудивительно, почему гномы Конди Пяти назвали это место неприкосновенным. Ты сказала, они использовали силу Эйдолона, чтобы запечатать это место. Удивительно, как ты сломала ее? Я собираюсь попросить Эйдолона вернуться. Призывающий рог позволяет нам общаться с эйдолонами и дикими животными. Я разобью сейчас печать. Смотри. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Светом духов
Я взываю к тебе. Ответь на мой вызов. Где бы ни была твоя душа. Получен рубин. Все, мы можем войти. Спасибо. Это было заклятие для снятия печати? Нет. Я просто сосредоточила свои мысли в моем роге. Тогда зачем ты все это... Это было ради прикола. Заклятие на самом деле гораздо дольше, но Эйдолон попросил меня поторопиться. Я ничего не слышала. Ладно, пошли. Да, пошли. Это страшное дерево, я его не люблю. Оу! Наткнулись. Воу-воу-воу-воу-воу! Что это такое? Огнем его надо. Раз он дерево. Ой. А ты лечи всех. Да, огонь эффективен. Шлепок. А-ха-ха. Все? Прикольно. Ой, что я делаю? Фига! Защита! Отлично. Бежим. Какие тут, блин, серпантины. Да что же ты делаешь? Ого! Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, черт. Один готов. Так, Виви, ману сохрани. Надо нам хилку. А то, ого, Виви лупит.
Да, подлечились, блин. Давайте Эйка подлечим. То нам туго придется. Класс. Блин, а зельев? Давайте лучше это используем. Хорошо. Маны тоже хватает. Да что ж такое? Хорошо. Давай, Виви, добивай его. Ой, у этого Зидана скоро транс будет. Как раз неподходящий момент у него транс будет. Я уверена в этом. Мугл, Мугл, привет. Запись, конечно. Палаточку. Муксить. Что будешь делать? Отдать Мочи письмо. Письмо от Маграйо. Спасибо. От Маграйо для Мочи. Паренек по имени Виви приходил в деревню черных магов. У него были такие печальные глаза, как будто бы тяжесть всего мира лежала у него на плечах. Ну да. Я хотела сказать ему удачи, но не смог. Я на твоей стороне, Виви. Хорошо. Сохранимся. Идем вперед. Бежим. Это Зидан, блин! Вот урод. Вечно как застрянет где-то. Привет. Спасибо за плюсик. Нет, не надо, не надо окаменение, нет, нет, блин, да как так? Давай, Зидан, блин, не застревай, я тебя прошу. Наконец-то. Что это? Выглядит довольно древним. Интересно, кто это построил? Сюда. Эй, вы в порядке? Разве вы, ребята, не боитесь высоты? Боже, ты кажешься таким беспомощным.
Почему бы тебе не остаться здесь, пока мы не справимся с остальными? Нет, ребята, я пойду с вами. Я должен. Тогда иди рядом со мной, хорошо? Хорошо, спасибо. Эйка, ты знаешь что-нибудь об этом месте? Нет, я первый раз в дереве Ифа. Это такое древнее место. Ой, блин, я не прочитала. Черт. Попробовать на это встать. Тогда ладно. Зидан, со мной все будет нормально, не волнуйся. Оу. Вот опять. Работает. Посмотрим, куда это отвезет меня. Я позову вас, ребята, если все будет нормально. Я с тобой. И я. Я тоже. Ладно, пойдем вместе. Блин, опять. Вот я не хочу туда бежать. Зачем меня заставляют бежать туда? Зачем? Почему меня заставляют туда бежать? Почему? Опять эта деревяшка. Давай, Зидан. Вот я ж сказала, у него транс будет не вовремя прям. Это капец какой-то. Отлично. Ребят, вы молодцы. Со своим трансом, да еще не тогда, когда нужно. Отлично. Какие тут пути извилистые, обкакаться можно. Давай, блин. Нам надо ману беречь. Блин. Поберегли ману. Ну да, против зомби тоже огонь пойдет. Thank you.
Да сколько можно бить? Пошли, Зидан. Давай, дружочек. Да пошел ты, блин, дурачок. Пипец какой-то. Ай, кошмар! Сразу лечение. Как лагает. Воу-воу-воу. Ого. Так, Виви надо применить эфир. Его мана заканчивается. Она нам... Ой, как понадобится. А в какую я сторону? А, в эту я бежала. Давай, Зидан. Давай. Все наверху кажется засохшим. А это место вообще выглядит по-другому. Очень яркое, я не вижу дна. Ого-го. Я думаю, нам нужно попробовать спуститься вниз. А, вообще-то да. Эй, Зидан, я здесь что-то нашла. Может, эта штука поедет, как было в прошлый раз? Я не поехала, когда встала на нее. Ты стояла на ней? Ну, почему бы нам всем не попробовать встать на нее? Давайте уже, вставайте. Во. Когда я встал, я почувствовал, что эта штуковина как-то отреагировала. Мне кажется, нам повезло. Да, повезло вам, как бы не так. Я сначала забеспокоился, но нет ни ветра, ничего такого. Думаю, что светящийся порошок как-то смог остановить ветер. Ты в порядке, Дагер? Да. Интересно, куда мы едем? Да, и мне тоже. Может быть, Мок нам сможет сказать что-нибудь? Что ты чувствуешь здесь внутри дерева, Ифа? Купа. Он только купа и чувствует. Купа? Купа? По-по-по. По-по. Правда? Купа. Хорошо, спасибо. Купа-по. Ну, что скажешь? Мок чувствует жизнь под нами.
Муглые сказочные существа, поэтому они чувствуют жизнь везде, но Мог сказал, что здесь ее много. А может быть, агенты Куджи внизу? Но что за связь между Куджи и Мглой? Кто-то идет. Оп, мы тут сохраним Си. Ой-ой-ой. Так. Сразу под... Не-не-не, Эйко надо ману беречь. Белая магия, лечение, дагер. Здесь столько странных монстров деревьев. Их могла вызвать мгла. Поверь мне, в злом лесу и Гарганру тоже были уникальные монстры. Но если мгла идет из этого дерева, почему она появилась только на континенте Зидан? Наверное, она каким-то образом туда проникает. Да, но вопрос зачем? Зидан. В чем дело? Виви? Так, погодите-ка. Ману нам надо восстановить. Виви. Так. Дагер. А так все норм. Виви. Виви. В чем дело, Виви? Ты здорово задумался. О, Зидан, я думал о мгле. Ты помнишь фабрику в Дели? Да, фабрику, на которой делали черных магов. Черные маги? Они очень похожи на Виви. Дагер. Ох, прости, я не хотела. Ничего, я больше не обижаюсь, что меня сделали и все такое. Виви. Все равно на этой фабрике было много мглы, верно? О, да, там была огромная машина, наполненная мглой. Точно, и там еще были эти странные яйца. Здесь должна быть какая-то связь между мглой Куджи и черными магами. Я так запуталась. Еще один пошел этой дорогой. О, боже мой. Сколько можно? Опять этот. Да мы только ману восстановили. Что ж такое-то? Лечи.
Эй, я наконец-то могу разглядеть дно. Как глубоко. Я не знаю, что там внизу, но скоро мы узнаем. Да уж, знаем. Сейчас вам плохо будет, знаете. Пойдем со мной. Ты позволишь такой беспомощной маленькой девочке, как я, идти одной? Постой, там должно быть, прячутся какие-нибудь монстры. Скажи, Зидан. Мокс сказал, что он чувствовал жизнь внизу. Ты чувствуешь что-нибудь? Да, но разве ты это чувствуешь? Чтобы сказать, что здесь внизу жизнь, мог нам уже не нужен. Ты прав, я могу сказать, что там что-то есть. Так, ну что, я предлагаю на этом закончить. Продолжим уже в следующий раз, когда этот следующий раз будет, я не знаю. Я пока не знаю, в общем. Хочу сказать спасибо всем, кто смотрел, кто слушал, кто чатик писал. В общем, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. А я говорю всем пока.